Погасить задолженность, заплатить вовремя налоги и алименты. Когда эти обязанности не выполняются в срок, на помощь правосудию приходят судебные приставы. Их главная задача – восстановить справедливость, обеспечить исполнение судебных решений. Сотрудники службы судебных приставов 1 ноября отметили свой профессиональный праздник. В праздничные дни принято говорить о достижениях. Так, в 2013 году судебными приставами была обеспечена безопасность во всех судах Чувашии. Окончено более 350 тысяч исполнительных производств. Взыскано с должников около 3 миллиардов рублей. Из них в бюджет 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Кроме этого, органами дознания службы выявлено и расследовано более 700 уголовных дел. Разыскано более 300 тысяч граждан. Задержаны и переданы в органы внутренних дел более 20 преступников. В рядах судебных приставов сегодня в Чувашии 800 сотрудников. В праздничный день новые сотрудники приняли присягу. А тех, кто уже давно в строю, наградили благодарностями и дипломами за добросовестный труд. Он отказался у нас от взятки. Разоблачить его и задержать этого законодателя. Наталья Витальевна, я благодарю вас за хорошую работу. С праздником вас, успехов, реализации всех ваших планов и задач. Служу Российской Федерации. Эти профессионалы своего дела – пример исполнения закона. Лучшим судебным приставом стал Алексей Медведев. Лучшим в розыске – Сергей Квасов. За активное содействие службе судебных приставов благодарственное письмо получила и национальная телерадиокомпания. Татьяна Трофимова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика.